Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это очередное видео с командного турнира 2 на 2 в Sid Meier's Civilization 5. Я продолжаю играть в команде с Иваном 12G, в этот раз я играю за Австрию, а он за иракезов, против Франции и России на карте Запад-Восток. Игра получилась долгой, но в этот раз я разобью ее только на две серии, хотя эти две серии будут тоже долгие. Однако, в начале первой серии было несколько рестартов. Сначала я думал их вырезать, а с другой стороны, мне кажется все-таки интересным показать вот этот момент выбора места начала. Как мы спорим и выбираем, стоит ли играть на этой карте или попросить рестарт. По правилам турнира, на весь турнир дается 3 рестарта. Поэтому, если подобное вам не интересно смотреть, то проматывайте сразу на 24-ю минуту. Там, собственно, начало всей игры на том месте, где мы продолжили играть. Если же интересно посмотреть эти рестарты и наши обсуждения мест появления, то не перематывайте, а вот смотрите дальше. Приятного вам просмотра. Так, ну что? Во-первых, кстати, я еще могу покупать города-государства, тоже об этом надо не забывать. Так, ну у меня место какое-то... Боже мой! Дебильное, но, по-моему, я могу пойти... Знаешь что, у тебя, наверное, может быть внутреннее... У тебя хорошее место, у тебя вообще прям... Ну да, я сейчас тоже подумал, что неплохое все-таки. Нет, у тебя хорошее, по сравнению с моим, во всяком случае. Тебе не обязательно на воду идти? Или ты куда хотел пойти? Не, мне просто показалось, что я недалеко от берега, а сейчас я понял, что я вряд ли. Это может быть внутреннее море у тебя. А мне, скорее всего, далеко надо будет. Ну, мне все равно как-то не очень мое место нравится, честно говоря. Ну да. С другой стороны, Петра... Ну, опять же... А на что? Такая... Одну клетку сверху? Да, такая... В любом случае, можно вот пойти поселом, например, рядом с медью и коровами поставить. Уже и то лучшее место, по-моему. У тебя джунгли есть, это да, хорошо. Да, джунгли. В принципе, у тебя, может, и производства не так много будет. Золото справа, а там ГГшка. Право, она это золото. Кстати, можно выкупить это золото, да, попробовать? Да, кстати. Ну и дальше мне не надо идти, потому что там ГГшка. А у меня, слушай, олени. Вот я бы на этом месте встал, где мы сейчас. Да, я тоже думаю, тебе стоит. Знаешь, что? У нас, если что, есть еще рестарт до 5-го хода. Да. Нужно не забывать об этом. Слушай, а хотя я... Хотя мне... Мое место мне нравится. Да, да. Единственное, что там клетки внизу у меня есть, не очень полезные. Но это ладно. У меня есть, в принципе, лесопилки я построю даже на холмах. Слушай, а может тебе встать на пустынную вот эту клетку? Рядом с рекой. На холме старт быстрее. На холме старт быстрее, да, но зато у тебя тут куча будет клеток для обработки, а тут только половина сверху. Хотя, блин, там холмы есть, там холмы с лесом, которые ты сможешь вырубать. Ну да, все-таки да. Вот это тут, не, тут вырубать получше. Не буду, я все леса оставлю абсолютно. Даже на холмах оставишь? Да. Еда лишняя. А у меня, смотри, холм дает мне 3 молотка, а с лесопилкой будет давать 1,3. Ну ты понял. А потом 1,4. Ну да, со да. Школой. Я забыл, что ты у нас этот. Сколько у меня 5 ферм будет? Слушай, около а речки. А, слушай, внизу такое ощущение, что внизу еще как бы места дофига. Кстати, или да. Вряд ли. Не, ну там снег вроде. Ну так что-то столько снега будет внизу. Я тоже не думаю так. Какая-то фигня. В любом случае вниз идти смысла нет. Смотри, если мы сейчас играем... Ну, тебе, наверное, надо будет монумент сразу построить. Ты его будешь строить 6 ходов. 6 ходов строишь монумент, потом деньги тебе как-то перекину, и ты так можешь... Так и тебе надо будет сразу клетку. Монумент. Зачем тут строить А, ну да, да, скраутов? Да. Так, они поставили один город. Я тоже здесь поставлю. Ставь. На воде, значит, один поставил. Да. Но если это внутряк, это супер, потому что они могут не знать о том, что у нас внутряк. Если это внутряк, ну, будет это и пока не идти выглядит. В Голиаса, а мы можем в них не идти. Да, это пока не выглядит как внутряк, потому что... Даже если это не внутряк, все равно залив неплохой. Да, если там какой-нибудь проплыв в одну клетку, так вообще зашибись. Ты там можешь это контролировать всякими триремами и меткалуками, например.
Ну что, заканчиваем ход и понеслась? Да, я думаю, что исследовать. Мне только две клетки надо будет купить, в принципе. Я до двух жителей вырасту быстро, и даже до трех, наверное, быстро вырасту. Я не думаю, что ГГшка будет в первую очередь... Ну, там, правда, зависит от того, какие рядом клетки с едой. Но они... Животноводца поставил. Ладно, погнали. Погнали. Так, Лёш, это похоже на внутряк. Пока точно неизвестно. Хотя на самом деле, если мы им дадим контроль над внешним морем, который нас разделяет, это тоже не очень хорошо. Они оба поставили на море. Ну, пока, вообще по очкам так выглядит. Ну, у меня город, наверное, на овце прям будет стоять. Хотя там снизу какой-то проплыв вижу. Плохо. Да нет, там, скорее всего, будет проплыв. Это мало похоже на внутреннее море. Ну, моя вот эта ГГшка точно стоит уже на том море. То есть, видишь, тут буквально тебе 2-3 клетки. Но Сина — это крутая штука. 8 веры, то есть, ты возьмешь еще плюс 4, так вообще 12 веры, например. Так, 9 ходов. Защиту обещать, не обещать? Я пообещал. Хотя там 10 этого. Ладно. Ну, я не думаю, что у нас прям за 10 ходов мы уже сможем дань взять. Смотри, еще есть 2 хода. Можно будет сейчас мне посмотреть, что у меня там внизу, и решить. В принципе, если они вдвоем на море, и они давить начнут, будет тяжело. Не, если тут проплыв в одну клетку, то не будет тяжело. Если, тем более ты... Качество на города поставишь. Сидон, пожалуйста, Сидончик. Отлично. Ну, может, там еще снизу есть проход? Нет, тут есть. Я тебе могу точно сказать, что тут снизу у Сидона будет проход. Но он стоит так, что ты можешь поставить к Синаю город. Да, это я могу. Причем тут надо еще, город, знаешь, на самом деле, он надо подумать, без еды. Надо будет подумать, может, не на овцах, а на том месте, где... Лагерь стоит. А, на лагерь? Нет, ну под горой, Лёш. Гора — это важно очень. Так а что под горой, если будут проплывать эти... Ой, варварские, вражеские юниты? Эх. Сидон, Сидон. Ну вообще у нас территория там такая себе, мне кажется. Так. Лёш, я думаю, рестарт взять. У нас все равно их еще много. Ну давай, раз тебе не нравится, то бери. Да, я думаю, надо взять. Пиши. Ну что, вторая попытка. Я опять в джунглях. Уже прикольненько. Я опять в джунглях родился. Чем-то мне напоминает, Лёша, нашу тузы ПВ. Да-да-да. Даже вот гора смотрит, это же самое. Не, ну слушай, у тебя все равно хорошее место. Прям, здесь сколько холмов. Ну... Вопрос, так вот на этом холме ставить или на пойме? На пойме? Я хочу на холме, потому что это производство. Ну вначале. Да, да. Так тут понимаешь, что... А там клеток обстрела 3. Тут такая ситуация, что... Так а что клеток обстрела 3? Если они берут город, то есть тут надо от нападения играть, мне кажется, а не от защиты. Тут у меня место какое-то дебильное. Хотя, блин, тут... Два красителя на лесе как раз находятся. Мрамор для чудес. Слушай, у тебя мрамор, между прочим. То есть у тебя маяк, например, великий построится только в путь. Слушай, а ты на мрамор не хочешь поставить? Я не хочу с реки уходить. Так а что тут река тебе будет, какую, кроме ГЭСа? Ну да, окей, вначале ничего. У ГЭС водяная мельница. Тут если размышлять, то... Не хочется с холма уходить, это да. Да, с холма очень не хочется.
Миша пошел. Может, у них какая-то тактика, что они вдвоем идут на воду? Один появляется, другой. Не, ну если не, ты недалеко находишься, то почему не пойти на воду? Другой. Я вот, например, далеко нахожусь, что мне тут даже рыпаться не стоит. Блин, я бы, наверное, тут и поставил, где я стою, на самом деле. Да, придется много джунглей вырубать, но при этом есть и куча места без джунглей, в принципе. Нет, джунгли лишь вырубать вообще не нужно, даже на холмах. Это наука наша. Я вот думаю, тебе, наверное, стоит влево пойти, вот на одну клетку, чтобы и холмы будут ближе, плюс там вот лес с рекой, это будет твоя ферма в Средневековье. Ну, я не уверен, конечно. Джунгли это хорошо, просто производства тогда у тебя мало, и нужно что-то вот тебе помогать как-то будет. Если мы на развитие будем играть. С производством тебе надо помогать, а не мне. Ты у нас будешь фронт. Ладно, пошел влево еще чуть-чуть. Потому что они оба куда-то пошли. Ну ладно, тут еще ж рестарты есть. И у них есть рестарты. Так что поехали. Тут что-то выделываться. Ну надо, да, подумать все-таки. Я могу вообще пойти, вон, видишь, ниже дуболома холм на реке стоит вообще. Прям к тебе. Туда идти куда-то. Или вон холм на реке слева есть еще. Я все-таки хочу здесь поставить. Ну, надеюсь, сейчас нормально все будет. Ну, слушай, у тебя 4 фермы будут. Ладно, ставлю тут. Животноводство. Лошадей, наверное. Да, да, да. Может, у тебя лошадка там на лугу. Я тебе понимаю, что тут стратегический баланс может вполне не работать. Так, один на земле, это радует. Да, я помню про баланс. Но мы узнаем. Так, иди. Ой-ой-ой. Смотри, красота какая. Да, ну это не очень хорошо на самом деле. То есть это как бы отъедает у нас территорию определенную. Я пойду верхнюю половину исследовать. Не, у тебя хорошее место для столицы. Это тут и производство тебе будет, и... Счастье. Короче, мы в Голиас сейчас будем бежать, наверное. Ну, надо будет открыть лодки, плавать, посмотреть. Естественно. Сейчас после животноводства сразу пойдем туда и построим, потому что нам важно знать. Ну, мне майнинг, тебе кажется, надо сначала открыть, а потом уже лодки. Потому что вырубка леса... Я думаю, все-таки лодку сначала. Построишь пока монумент там рабочего какого-нибудь, ферму даже вон на лугу, если надо очень. Нам важно знать, где они находятся. Может, они там внутри сидят, а я буду сейчас упарываться в этих Голиас сидеть. Нужно построить лодку, быстро город поставить, караванить, и если мы будем за Голиасы воевать, то просто библиотека. Кстати, у тебя... Даже, возможно, мы даже железо открывать не будем с тобой. У тебя леса мало. Вот в чем проблема этого места. Внизу вон как много. Я вообще думаю на овцу ставить город. А мне кажется, вот на тундру. На овце будет справа клеток больше, скорее всего. Так тебе ж надо еще... То есть надо посмотреть, какие еще места у тебя есть, оставить еще третьего города. Окей. Блин, это вот верно, это мне конечно. Не нравится, что так горами отделено. Это мне очень не нравится. У тебя еды не так мало в столице, есть клетки. Чтобы кушать потом. Блин, мне, наверное, придется... Вот к тебе ставить город, ну, то есть я еще, конечно, другую территорию не посмотрел, но придется, видимо, вот справа от Анандаги вот под гору ставить город, чтобы мы как-то соединены были. Не знаю, это будет второй, третий. На овце нормально будет. Соединены? Так у нас недалеко столица находится. Я, естественно, буду, видимо, на воде все ставить. Один да, снизу, да. Один сверху. Тебе все на воде ставить. О. Рестарт? Окей, да, я и не против на самом деле. Эх, надо было тебе брать Германию. И была бы очень такая историческая игра. Типа Немецкий Союз, там Антанта. Это Тройственный Союз против Антанты. Нам бы еще какую-нибудь... Правда, Италия тогда не участвовала в Первой мировой. Турцию, во. Так, ну у меня вообще офигенный старт, у тебя что? У тебя неплохо, да.
Ну, у тебя у чуть меня похуже. плохо. Ну, как как на воде. плохо? Нормально. Когда Нормально. плохо на воде, когда нормально на воде, это ненормально. Если бы я вот там с такой территорией у тебя сидел, было бы окей. Что ее разгонять долго. Джунгли он есть, в принципе. Блин, какие-то горы. Ну, вот это типичный австрийский старт. Это вот... Вот я ради такого Австрию и брал себе. Вот тут у тебя неплохое место для следующего города. Я могу поставить на холме сверху и еще внизу город на воине. Ну да. О, да, близко. Ну, традицию, естественно. Ну да. Я бы так и сделал. Да. У меня два холма. И сопилки две. Все, больше нет молотков. Честно, это... Я, наверное, еще один старт возьму, Леш. Скорее всего. Ой, блин. Ну, мне тоже надоело, но я не хочу, знаешь, сейчас до голясов это, сбегать и быстро проиграть. Хочу поразвиваться. А тут вряд ли поразвиваешься. То есть ты хочешь, чтобы я был на море, я так понимаю? Не-не-не-не-не-не. В самом говняном месте, когда у нас не будет рестартов. Вот ты этого хочешь дождаться, я смотрю. Нет, это последний, скорее всего, будет. Он на воде встал. Ну, хотя у тебя очень, да, хорошее место. На солях сразу. Ну, опять только же... Вот, если бы ты под горой был, было бы еще круче, конечно. Опять же, то, что у меня хорошее место и тебя возьмут, ничего не значит. Все верно. Ладно, давай, пойдем смотреть карту. Ну, слушай, тут-то у тебя производственное место, кстати, будет. Леш, я же не буду джунгли рубить. Джунгли слушай, наука. Ну что ты заладил, не буду джунгли рубить. Ты на море находишься, тебе надо строить... Что ты будешь ждать не, ну, да, если универы, бежать... пока у тебя появится универы, не рубить джунгли ради универов каких-то гипотетических, которые тебе будут, возможно, кучу науки давать. А то, что у тебя будут высаживаться и всякие крепости ставить и прочее... На холме меня увидел. Слушай, ну смотри, 12... этот... Маридин тоже поставил в... Ну, на территории, не на море. Ну, кстати, мы еще тут очень далеко друг от друга. Как-то очень далеко. Не, мне вообще не нравится мое расположение. Ну, смотри, ты тут третий город можешь поставить. Вон твой. Да, куча. Я могу и 4, если очень захочу. Ну. Но не нравится тебе, да? Не нравится. Ну, я думаю, сейчас, если возьму рестарт, то больше не буду брать, чтобы еще осталось. Чё, тут даже картинок-то нет почти. Да, внизу вроде неплохо. Чего нету? Картинок. Что? Каких картинок? Ну, олени, шоколад там, ты понял. Соль, меха, овцы. Я думаю, там по реке чуть ниже, если ставить. Так, ну следующим ходом надо решать будет. Вон русский растет, как там на коровах, видимо. Да, 7 еды. Сходи на оазис следующим ходом. Угу. О, ГГшка. ГГшка. Ну, подожди последних секунд. Ну ладно, уже до конца прям не буду ждать. Ну, блин, я так и знал.
что этим все кончится. Ну, если хочешь, Лёш, до пятого хода мне скажи главное. В принципе. Ну, я у горы, наверное, прям поставлю. Гора важна. Сейчас они подумают, что мы с тобой так быстро поставили, наверное, все хорошо. Блин, ну трындец. Что такое? Ну смотри, что сверху. А мне придется вырубать на красителях. Не понял немножко. Что ну, сверху? Ну, 4 клетки обстрела, так я вырублю на красителях. Кто больше клеток обстрела? Может, они возьмут листар сейчас сами, потому что мы быстро города поставили с тобой. Угу. Быстро поставили, значит, все хорошо. А еще они могут твой стрим смотреть и решать, исходя из этого, ну, что им делать. Ну, это слишком, конечно, уже. Это на их совести будет. Там люди мечтают. Не, в принципе, я бы не сказал, что мне прям так уж не нравится мое место, но... Один на суше. Давай второй на суше и будем играть. Пожалуйста. Ну, судя по тому, что он пошел куда-то, я думаю, что, скорее всего, он на море просто сдвинуться решил. Только на этот раз, если мы будем играть, то тебе придется ко мне караваны пускать. Очень мощно. Да, мы пойдем голяс сразу, без всяких петр, без всяких там этих. Ну, разберемся. Надо сейчас опять, говорю, животноводство и лодки. Чтобы сразу узнать, с чем мы имеем дело. Ну, это хреново, что я буду воевать. Конечно. Если мы сделаем все правильно, ты будешь воевать с преимуществом. Думаешь, это мне поможет, да? Да я думаю, да, Лёш. Так, ну, в принципе, например, вот между коровой и овцами есть еще место для города. А внизу вроде много места ну, еще. Слушай, ну, такое все непроизводственное такое все. Такое все какое-то такое... Не поставил еще. Ну, это твое, кажется. Класс. Или там ГГшка рядом. Радимич все еще идет. Может, он внутрь материка куда-то идет? Или ну, все-таки или, скорее всего, они сейчас рестарт будут брать. Не, ну как нашел хорошее место на воде? Он... Либо он походил просто вокруг, посмотрел. Он же не может, типа, идти на хорошее место на воде. Я его вижу и к нему иду. А, ну да, ГГшка, я так и знал. Две клетки обстрела у него. Туалет-то. Окей, я тогда попробую город в правую часть, справа от себя где-то поставить. И караваны там безопаснее. Да, слушай, ну иди, иди все равно к морю, вот поверху. Надо же посмотреть мне еще, что сверху, где... Может, я там где-то еще смогу. Потому что вот этот между коровами и овцами мне не очень место нравится, прямо тебе скажу. Ну, вроде по обработке ресурсов у нас одинаково у всех. Не, ну место не такое плохое там. Ну, нормальное место, я бы сказал даже. Да, недалеке, конечно, но там вон овца, там овцы есть, там скот, там у тебя конюшня будет 3 молотка давать. Есть люкс, есть пшеница, речка там какая-то с фермами. У тебя, конечно, город близко к столице, но неважно. Ну, столица верхние клетки будет обрабатывать, там где слоны, вот это вот все. Сверху вроде вон речка тоже какая-то. И ну, ГГшка там. Естественно, лошадей нету, зашибись. Стратегический баланс на запад-восток во всей красе.
Давай гончарку, Леш. В общем, мы играем, да? Пойдем. Нет. Блин. Ну, мне тоже надоело уже, но ладно. Пятая или шестая, я уже запутался. Пятая. Блин, ну вот те... на этот раз теперь уже... Теперь оба на суше. Да. У меня, несмотря на две соли, говнище какое-то вообще просто. Так, пролив влево, если чё. К воде, я думаю, нет смысла Блин, идти. Да, но даже где-то в то же время далеко. Нужно близко не подходить к ней. Блин, ну вот такое место, вот на таком месте играть, блин. В принципе, ты можешь поставить город ниже двух солей, справа там на реке, и один на воине. То есть у тебя там лес будет, холм сверху, снизу. Да, холмов у тебя, конечно, маловато. Но я думаю, да. Что как только они увидят, что у нас... что у нас города на земле оба, то они не будут рестарт брать. Еще и тундра, блин. Че, попробуем, Леш? В принципе, на земле-то можно выиграть, даже отдав им воду. Слушай, просто я пойду если мы туда... разобьемся очень быстро. Я даже к овце, наверное, пойду. Там вот какие-то холмы вижу. На лес ставить куда-то? А? На лес ставить? Я думал, ты просто между солями нет, справа. Нет, смотри, вот тут я просто поставлю. Вот тут, где у меня сейчас стоит. Да, я так и хотел тебе предложить. Как раз к люксу пришел одному. Ну. И тут еще холмы какие-то появляются хотя бы. В принципе, вот равнины рядом с рекой, это не так уж и плохо. Это даже... О, я, наверное, здесь на песке поставлю. Правда, у меня клеток нет с двумя еды вначале. Ну ладно, это не сильно важно. Я быстро ее куплю. Слушай, я уже забыл, как там играть, если мы не на море ставим. Что-то нам там надо как-то там в развитие и... Ну, не знаю, я не знаю, знаешь, каких-то правил особых. Просто нужно их как-то обгонять по науке и выиграть из-за этого. Да, обгонять по науке, и что потом? Плюс ничто нам не мешает потом поставить города на воде. Да, но их надо так ставить, чтобы они не брались фрегатами. То есть вот в таком виде как-то. Ну ладно, сейчас мы... В принципе, у нас еще 6 ходов есть, так что... Блин, ну вообще производство ноль просто. Вообще какой-то трэш. Один на воде у них. Ну у тебя, в принципе, есть производство. Вот моя половина карты какая-то голый Вася какой-то. Не успел животноводство выбрать. Леса у меня много. О, тут еще и люксы на воде. Угу. Ну, например, вот выше дуболома на равнине рядом с солью город. То есть только 3 клетки, да? А, блин, там, по-моему... Хотя нет, с 3 клеток будет только обстреливаться, и в принципе до китов дотянется и до рыбы дотянется третьим радиусом. Ну блин, ну но место... есть такой вариант, что мы пойдем города поставим на воде, и если они не будут этого ожидать, в плане того, что они не будут же в Голиас сейчас бежать, видя, что мы на земле стоим, можем сами в Голиасы быстро пойти? Можем. Ладно, я пойду посмотрю, но что там на воде. Но нам для этого надо сначала в мастерские выйти, чтобы в те города, которые мы поставим на море... Отправлять производственные караваны, чтобы они голиасы могли хотя бы строить, потому что мы поставим очень плохие города. Во всяком случае, я. У тебя-то, я смотрю, тут ничего такие места. А вот и вода. Что-то ГГшки на воде не видно никакой. Или, может, надежнее будет просто поразвиваться. Не ставить на воду из этих китов город. Нет, где-то конечно, у пшеницы сверху нет, или так, не там или ставить город поставить. Только тогда, когда мы их захотим атаковать. Естественно, надо развиваться сначала. Ну, просто места, ну, откровенно, какое-то шило.
Вот и ГГшка. Почему левый олень был дешевле, чем правый? Потому что интересно. Левый на лугу, а тот на равни, а тот на холме. А, окей. Ну, пятый ход. Ждем их. Играем. 7 еды у одного. Самое плохое место из всех. В итоге. Я старался, Леш. Да, я заметил. Так, ну можно тогда в мореходство сейчас не идти. Конечно, не идти. Пойдем железо откроем. Майнинг давай. Не-не-не, пойдем гончарку, я амбар буду делать сразу. Амбар надо. А может, все-таки майнинг, чтобы я соль обработал сразу? Мы успеем и туда, Леш. Давай сначала амбар. А сколько ходов? Ну, на ход, если ты задержишься даже. Сейчас 9, ну, 4. Ладно, вот ладно. 4 и тот 4. У тебя как раз рабочие к этому времени построятся. Теперь нам нужно просто сделать так, чтобы они нам города не поставили, и смотреть, чтобы они к нам юниты не начали высаживать. Если они этим заниматься не будут, то надо Артемиду забирать, сады тоже. Причем быстро. Надо места нам искать для наших городов нормальные. Ну, это мы найдем, я думаю. Места у нас тут много. А, ну здорово, у нас лошадей нету. Зашибись. Стратегический баланс вон, на вон запад восток. Лошади. Нет, а у столиц? У столиц нет. Давай смотри, сейчас откроем гончарку, откроем эти майнинг, и потом Артемиду сразу я пойду строить на оленях своих. Да, ну ты там, в принципе, очень неплохо должен расти. Ладно, согласен. Гончарка, шахты, стрельба. Шахты, Артемиду. Можно будет либо железо, либо какие-нибудь лагеря даже. Еще киты, еще рыба. Вон ГГшка. Или ван. Культурная. Ну, в принципе, с ГГшками неплохо так. Вообще столицы у нас неплохие, на самом-то деле. Ну... Соу-соу. У тебя холмы есть, вон олень есть, соль, Леш. В смысле холмы? Река такая большая. Три холма. Холмы, раз, два... А, окей, да. Ну, не так много. Лесопилки есть. Да... Леса тут вырубать не стоит. Да, в Циви, конечно, партии длятся долго, а вот в глобальной космической стратегии consolewar.ru еще дольше, месяцами. Правда, там, конечно, не надо постоянно находиться в игре, и ваше время расходуется более экономно. Кстати, по игровым событиям рисуются и выпускаются комиксы. События в игре влияют на сюжеты комиксов и наоборот. Так что заходите на сайт consolewar.ru и участвуйте в игре, ссылка в описании. Не забудьте указать секретную фразу «Лёша играет» и получить бонусы. Да, вообще, что тут делать с такими местами? Не, начало нормальное, но запад-восток, то есть для начала это неплохое место. Ведь проблема в том, что запад-восток это... Опа! Опа! Место, конечно, такое себе. Да, ну, блин... Ну как такое себе? Тут можно... Надо посмотреть, Петру. Что внизу, да. Внизу там тундра. Там. Внизу тундра, вот в чем проблема. Внизу тундра. Я не думаю даже, что с Петрой этот город будет стоить того. Хотя нет, окей, с Петрой будет стоить того. Ну сейчас надо гнать, потому что там внизу может быть какой-нибудь ресурс роскоши. И тем более там внизу варвары, то есть обычно варварские лагеря, они компьютер ставит на том месте, где по его месту стоило, по его мнению, стоило бы город поставить. А, нет, тут говнище вообще полное. Так, я не понял, откуда варвар тогда пришел? Вот с этой неоткрытой одной клетки? А вон клетка, да. Блин, ну это, ну, такая... Блин, и даже Ереван не дотягивается. Я уже думал о том, чтобы Ереван, например, захватить. Ну это какой-то прям... Ну, блин...
А он на границе. Слушай, ну вообще производство, вот есть Ереван не будет вначале вот эти холмы брать. Раз, два, три, четыре, пять холмов. То есть производство здесь больше, например, чем в столице. А так как тут есть Виктория, ну блин, ну это не на долгое развитие город. Это вот, если в волю играть, это был бы классный город. Не, не надо. Ну да, чудо есть. Жалко, конечно, что мы ничего не сможем там нормально город поставить. Мне кажется, город не очень. Подстава, да. Просто подстава. Ты будешь аристократию брать? Я вот думаю, сижу. А когда ты собираешься? Я строить буду только через ходов 5-6, 7 даже. Я строю амбар, строю рабочего. Тогда можешь не брать, потому что следующая политика через 6 ходов примется. Ну, я взял сейчас олигархию, и следующая политика через 6 ходов. То есть ты аристократию, в принципе, смогешь скоро принять. Ну, пока не выглядит так, чтобы у них места лучше были. Да ладно, копейщик. Слушай, ну что, они уже копейщиков открыли? Серьезно, они уже прям в железо вышли? Просто убегай к Виктории, Леш. Хотя... Ну как, я просто хочу, чтобы этот лагерь мне не мешал. Понимаешь, эта тварь сейчас пойдет ко мне к городу. Ты прям город побежал сразу ставить? Ну, а и что? И лучше бы, наверное, кого-то лучника построить. Ну, теперь уже да. Теперь уже да. С городом-то не спешить. Блин, вот нафига им железо? Вот прям в железо они вышли. Прям вот фрегаты им будут нужны. Вот прям железо. Или они хотят копейщиков настроить и дань брать. Любители железа, а? Они уже передали армию. Вот уже передаватели армии, а? Тварина, естественно, на мою единственную производственную клетку должна встать. Если ты хочешь Виктории город поставить? Нет. Ну просто надо уже... Слушай, у меня хреновое место. Чем быстрее я буду ставить города, тем лучше в данном случае. Тем быстрее я смогу их развить. У нас, кстати, ни одной горы, походу, на территории. Право, у меня там есть горы где-то. А, точно. Мне надо там города будет ставить. А куда дальше? Ну, можно железо открыть. Все равно ты пока ничего обрабатывать не будешь. Да, наверное, железо. Жалко, что мы их не встретили. Так бы получили бонус к открытию. Дело даже не в бонусе. Мы бы знали, что они открыли. Ну, смотри, если они открыли железо, нет, то... Нет, они железо точно открыли, потому что копейщик просто так... Да, я понимаю. То это значит, что они стрельбу из лука еще не открыли. Как минимум. То есть Артемиду я начну раньше строить. Угу. Если, конечно, они гончарку нет. Ну что-то, если они открыли все то же самое, что мы, только вместо стрельбы из лука это железо, то это норм. Блин, мне бы, конечно, сверху исследовать. Какие у меня просто отвратительные места. Я просто вот смотрю, вот половина карты открыта моей. И вот куда мне города ставить нормальные? Нет, ты мне скажи. Слева неплохо. Да, промки мало, не спорю.
сверху посмотрим еще сейчас тебе, если что, без проблем эти места отдам. Почему Ереван не хочет, чтобы этот лагерь я зачистил, а? Позже захочет. Бля, 5 копейщик, ну ёперный бабай, а? Они издеваются. Серьезно, и город не убил. Ну это трындец. А он тебе на рабочего прыгнет, скорее всего. Не прыгнет уже. Пускай грабит соль. Так, после железа можно охоту открыть. У тебя там олени как раз. Слушай, так у тебя же еще мрамор. Тебе не кажется, что еще каменную кладку стоило бы? Чтобы твои все чудеса быстренько фьють и строились. Ну, сколько я буду чудес строить? Я могу Петру бахнуть. У меня будет холм, мрамор, еще холм сверху. Ну, на Петру... Столица. Я не знаю, на столицу добавится или не добавится? Вроде нет. На Петру мрамор, по-моему, не действует. Не, на клетку действует. Там она будет давать плюс один еще. А, ну в этом или что-то имеешь? А, нет, мрамор он будет давать. Она, там же до средневековья чудеса. До средневековья. Мне что-то казалось, античность и классическая. Античность и древний мир. Да. Ну, а Петра средневековье. А Петра это античность. Да ладно. Петра античность. Античность. Лёш. Точно античность. Чего меня так варвары одолевают? Потому что копейщики, в принципе, смотри, сплошные. Давай, Лёш, тогда каменоломни откроем, потом можно охоту и сад... Нет, сады надо как-то побыстрее открыть. Наверное, без каменоломни даже. Я все-таки хочу и то забрать. Давай охоту сначала. Охоту, потом в сады. Охота нужна. Охота тут и тебе олени, и у меня слоны могут обработаться. О, ну хоть железо, блин, есть. 2. Блин. Слушай, ну еще с железом проблемы, ну. Он еще на лесу у тебя. В смысле? Лесе. Так это не еще, а вообще все. Ну, я имею в виду, что он, да, что он, как бы... Ладно бы он у тебя родился где-нибудь там на равнине, это классно было бы, а тут ну, да, придется лес ломать. Да. Да блин, почему у меня 3 варвара вокруг? Мы что, с агроварварами играем? Вот так, не убил копейщика, ну что это за... Я думаю, компьютер тут издевается. Я негодую. А у тебя Нандага, кстати, ничего не хочет еще, ну, для... Да рановато еще. Я вот думаю, как поступить, что строить. В каком смысле, как поступить и что? Ну, в плане того, что, как бы вот, бежать вот именно вот в сады сейчас или нет, потому что мне нужен что? Мне нужен лучник, возможно, 2. Мне нужен, нужно по технологиям еще желательно какой-нибудь открыть, типа, либо шелк обработать, либо камень, каменоломни. Ну, подожди, ну, счастье у тебя есть. Каменоломни нам по-любому нужны по пути... А, нет, не нужны. Ну, я к тому, что до того, как я буду строить сады, мне желательно построить лучника и посела успеть за это время бахнуть. Ну, я бы на твоем месте построил лучника, потому что они быстрее будут. Построил посела. В это время мы открываем каменоломни, потому что они ускорят строительство садов. И идем в сады.
какой-то такой план. О, я пока вот планирую где-то сверху ставить, пока мне вот эти лошади и пшеница нравятся. Лёш, ты выбрать забыл? Я не забыл, я сидел, думал, что выбрать. Я бы лучника на том месте еще сделал. О! Мне тут нравится. Медь, железо и соль не взяли. То есть у них тоже соль. Где ты думаешь поставить именно? Слева где-то? Ну... Ты смотри, чтобы остальные города влезли хорошо. Ну, я вот думаю, что надо еще посмотреть, что вот тут на лесе. Пойдем в сады сразу. Давай каменную кладку сначала. Это время. Ладно, окей, давай. Окей, окей. Стоп, мы же охоту открыли. Ну, и что? Да, что-то я долго думаю, что рабочим делать хотел там. Ладно. О! Опа! В общем, ставлю там, где у меня лучник стоит. А можете поставить это... Нигде лучника выше, чтобы под горой было. А ты не будешь, что Ереван сейчас заберет это чудо? Ну, Лёш, два хода потерпим. Я не думаю, что он заберет. Ну, может, конечно, но я не думаю так. Ну ладно. Больница у него там вроде в другом месте. Раз, два, три. Ну, в принципе, влезает город. У тебя там еще слева будет неплохой. Как раз тут город на реке. Да, да. Не, я согласен. Главное, чтобы Ереван сейчас не забрал. И вообще будет все зашибись. Так, и что, и третий город тогда вот там, где лошади и соль ставить? Ниже Анандаги? Ты сейчас уже третий собрался бежать ставить? Ну да. Слушай, ну чем быстрее я города поставлю, тем лучше. Ну да, я не спорю. Тут нам нету смысла быстрый нацколледж сделать, типа в два города нацколледж, там вот это вот все. Ну как именно, вот мне интересно, ты хочешь поставить? Ну видимо, пока я вижу вот на холм. Именно холм. Просто, понимаешь, холмов-то мало, и ставя на холм, ты теряешь холм, так скажем. Ну, надо еще вот эту клетку открыть. Ты можешь прыгнуть своим дубом? Что он тебя защищает вообще? Это... Там варвары ходят, потому что... Вот еще лес. Ну, могу поставить на луг вот этот, который выше холма. На луг выше холма, это у нас столица будет с этим городом в трех клетках. А к тому, что нам нужно как можно больше клеток забрать. Мне как бы не ты в том, что у меня делаешь, видишь жалко, хорошие места, что ли? Ты какие-то другие варианты видишь? Подскажи мне, я с большим удовольствием в другом месте поставлю. Сейчас подумаю. Вот выше мехов слева один город можно поставить. Можно тогда тебе 4 поставить? Окей, вот то, что ты говоришь, тогда выше на луг серьезно поставить. И снизу где-то. Или не на луг, а на холм, окей. Но слева вот у мехов, мне кажется, город неплох будет. Он и от воды далеко от линкора, в принципе. Холмы вот эти нижние заберет, которые у тебя будут без дела стоять, единственные. Так, выше мехов слева, видишь, да? Меха слева от Вены. Ну. Поставить город в третьем радиусе от Вены. У тебя будут города все близенько, в принципе, стоять. Как бы к воде не очень близко, и люкс есть, ну люкс окей, он столичный. То есть тебе вот в 4 города играть и на этих реках сидеть. А четвертый город? Четвертый город. Четвертый выше, где ты хотел. Не-не-не, у соли сверху, соли где-то рядом сверху. С моей столицей. Ладно, сейчас подумаю пока. Так, ну два чуда на нашей территории, к сожалению, правда, одно из них хорошее, но в жопе мира. Откровенно. Ну, Тайзен в чате говорит, что дам город неплохой, хотя я не согласен с ним.
Он не именно если слева от Виктории поставить. Он неплохой на начальной стадии, а если играть в развитие, да, то... То есть... Он уже на жителях 10 будет ощущать проблемы. То есть тут клеток для обработки очень мало. То есть он только на начальной стадии прикольный. Пойдем в сады. Вообще, как бы ты можешь какое-то чудо забрать? Думаешь об этом? О, блин, ненавижу вот этот глюк, когда... Вот у тебя сверху шерепады показывает холмы или нет? Нет, нет, там, вот, ну, клеточка ненавижу. Показана, что холм, да. Такой бред. На равнину похоже. Лишние холмы, Лёш, ты не рад? Ну, я только сейчас понял, что это холмы, понимаешь? Там 3 холма, кстати. А вон справа еще тоже. Ты просто не смог по лагерю стрельнуть из города. Нет, я по копейщику хотел. Слушай, и этот лагерь Ереван не хочет, чтобы я забрал. Я где-то под горой там поставлюсь, выше у себя справа. Блин, а у меня места тогда не так много. Они забрали меч соли это. Какой же мне пантеон тогда брать? Вообще, ты можешь... Окей, надо подумать все-таки. Может, на выгоны взять? Если тут лошадей у меня... Я вот тоже думаю, сколько у тебя выгонов. Нет, мало выгонов. Раз, два, три, четыре будет. Всего 4. Мало. Лагеря? Ну, лагеря у меня как бы тоже есть. Счастье с городов на реке можно взять. Ну, хотя это тоже, думаю... Если ты будешь 4 города играть, это немало на самом деле здесь. То тебе этот понтон хорошо зайдет. Или за чудеса вообще, Лёш. Ты можешь еще у Виктории потом город поставить тогда все-таки. Точно, за чудеса, блин. Затупил. Давай убьем этот лагерь быстренько. Только не добивай варвара, если не сможешь забрать лагерь сразу, чтобы там ничего не появилось, окей? То есть стрельни там городом и просто постой ход. Я так лучше этим стрельну лучником. Ну окей. Так, слушай, я же тебе соль могу дать. Они в античность вышли, вот это плохо. То есть думаешь, они уже... А не знаю, может они в оптику вышли тоже. Ну вот смотри, давай подумаем. Или... То есть у них науки примерно столько же, сколько у нас должно быть. Мы открыли что? Излишнего, так скажем, охоту и каменную кладку. Охота 50, ну уже не 50, там больше сколько? Почти 60 было. 57, если не ошибаюсь, да, 57. Я не думаю, что они в математику вышли. Давай пойдем дальше в сады. Ну, выстрелил. Стреляй, да ты городом стрельни. И забирай. Зачем, если у тебя лучник получит опыт? Мне лучше дальше пойти. Посмотреть, что там. Там неплохо. Ну тебе бы, конечно, пантеон еще на лагеря взять. Не понял, ты что? Вообще можно и на пустыню. Это твой рабочий или Малаки? Нет, не мой. Малаки. Отлично. Так что я с ней буду большим другом, наверное. Отлично. Слушай, а зачем? У нас, думаешь, со счастьем проблемы? Я бы тебе рабочего себе забрал. Леш, ну смотри, если ты взял на чудеса, то, скорее всего, тогда ты поставь город под Викторию, я думаю. И если ты будешь играть в 5 городов, как я тебе предложил, вместе с этим Викторией, то у тебя счастья будет не так много. Счастье нам пригодится. Ладно. Вообще счастье это ладно. Важно. Ну тогда мне, видимо, тогда третий город надо будет уже под Викторией. Да, поставь там третий. Хотя, знаешь, вот левые города, они... Ну они, наверное, только с мастерскими будут, с какими-то караванами хорошо расти. Ой, я, кстати, могу сейчас рабочего у него забрать для Малаки. Ой, тут красиво, неплохо. Надо подумать, может, я там вообще 2 города смогу поставить. Ну, я первый по идее производству. И по солдатам внезапно. Ну, мне на клетки просто встали. Мне все-таки кажется, что они такие... Или еще есть вариант, что они вообще колосс пошли брать. Вот прям они
копейщиков? Это слишком. Или думаешь, не могли они так быстро его открыть? Я не думаю, да, что они его так быстро могли открыть. Ну просто открытая оптика без письменности как-то странно. Я все-таки решил рабочего себе забрать. Не понял, а что у тебя на последней секунде было? Я трейд забрал у тебя. А, блин. Да, я буду 3 города доставить, наверное, на холм вот этот, где лучники. Где-то ближе, но не под горой, правда, получится, не очень хорошо. Хотя нет, я могу под горой поставить, но не на реке. Я так... нет, не знаю. Ереван наконец-то захотел лагерь варваров, который как раз я уничтожу, поставив город. Ты, Леш, будешь пока в 3 города играть, наверное? Не надо много ставить сразу. Нет, я буду в 8 играть. Ты мне свои города еще отдашь? Ну, смотри, блин, 3 клетки вот рядом с Зальцбургом просто не показывают, что это холмы, хотя это холмы. И они, блин, еще 6-ю циву выпускают. Криворукие. Еще один рабочий. Вот почему он ко мне побежал с рабочим. Ничего себе, Малака, тут поставщик тебе рабочих. Это очень здорово. Ты прям... Слушай, а если я подарю тебе рабочего, там не будет спрашивать, что ты можешь Малаке его отдать, допустим? Если у меня есть малакский рабочий. Ну, ты его... Вроде не должен. Ты мне его просто передашь, и все. То есть ты же его приводишь на мою территорию и как бы передаешь. Он просто с моего цвета становится, и все. О, у меня вино в 4-м радиусе присоединилось. Пойду полечусь, не хочу этого терять, парня. Тебе еще, кстати, мавзолей Геликарнасский будет очень в тему построить. Стоп. Для чего? Ну я могу за 6 ходов сейчас бахнуть. Как для чего? Он, во-первых, у тебя... А, ну да, для мрамора. Во-первых, мрамор будет давать деньги, а во-вторых, с великих людей будут деньги. Для чего? Для чего Геликарнасский? Ну, я могу вот прямо сейчас. Тогда я в сады не буду строить сразу. Да, на самом деле мне это нравится, идея. Так, ну вот уже они, там кто-то из них на первое место вышел по развитию. Я в 1 город стараюсь. Давай, Леша, давай пока математику не будем открывать, пошли календарь откроем. Давай. Раз я решил Геликарнас строить. Блин, их бы хотелось бы встретить. Может, кого-нибудь привезти на этот... А, кстати, вон граница французов. Да, я могу встретить, но у меня другие дела есть. То есть у них на побережье француз в итоге. Я, скорее всего, в 3 города буду играть. Олень сверху теряется. Озеро сверху. В смысле, олень сверху теряется, если ты около ну, горы если справа ставить... буду на пустынный холм ставить, самый правый под горой, то там сверху и не дотянусь до оленя.
ничего, неприятность эту мы переживем. Меня больше смущает, что у нас железа нету. То есть у нас два железа. Зашибись. Стратегический баланс. То есть вообще на карте у нас, на нашей планете, только два железа. То есть на фрегатах даже нету смысла воевать. Малакка лагерь попросила. Даже деньги не буду тратить, этот лагерь выкупать. Я его сейчас так убью. Блин, может мне этот оазис выкупить у Еревана? Мне бы, конечно, для Грации еще очень было бы в тему Петру построить. Думаешь, тебе? Ну, да, на самом деле неплохо. Может, они в Петру бегут тоже. Кстати, вот это больше, мне кажется, вероятность. Лигию на молотки, наверное, бегут. Веру, ты понял. Так, календарь, потом это сады. Хотя, скорее всего, не заберут. Ну, как бы мы сейчас должны, в принципе, вот как раз хода через 3-4 узнаем, заберут они их или нет. Ну, они как бы действительно могли еще и маяк выйти, приплыть сюда, смотреть. Да, ну мне кажется, тупо было бы, потому что тут смотреть нечего. Армии у них нет, чтобы на нас нападать, вот прям типа переплывать, то есть 17 тысяч там у кого-то, ну это да. Не для переплывания. Ну да, побегать тут типа помешать. Но ради этого выходить в маяк, то есть тратить техи, я думаю, что скорее всего они в Петру идут. Так, я дружочек-пирожочек с Ереваном. Отлично. О, он еще и хочет меха присоединить. Круто. Это у меня будет в четвертом городе. Кстати, Леша, обработай слоников, и мне можешь их дать, потому что у меня там просит город. Окей. Okay. Или может сейчас дать, у тебя по настроению там нормально? Нет, плюс 3. На мрамор тогда кинь мне. А, я сам. Слушай, ну я тут не останавливаюсь, тогда я четвертый город сразу поставлю. Какой, сверху или снизу? Снизу, ну не на море же. Тут... Слева от мехов, в смысле? Да, да, как да? раз от мехов, и меня там Ереван меха просит. Ну меха-то и купить можно. Да не. Бред какой-то. Во, сады, да, окей. Сады построили все-таки. Так, вопрос в том, мы идем в Петру или не идем? Я считаю, что надо идти. Грац... Если они вышли... Грац с Петрой будет неплох. Но если они вышли туда и бегут в Петру, то они быстрее, скорее всего, построят. Ну правильно? Да, ну что сделать? И что, нам не рисковать поэтому? Ну я это и имел в виду, да, не рисковать. Ну окей, пошли А что в мы Петру. Потеряем в этом тогда? Ну, мы можем выйти в библиотеки и быстрее их построить. Ну, чуть позже построим. Не, тут Петра нужна. Грац с Петрой станет хоть более-менее городом таким. Лёш, жмакай в Петру тогда. Ну я жмакнул. 10 ходов.
Тебе нравится, как я жмакаю в Петру? Да, нормально. А что, Малака стала твоим дружочком? Я еще не освободил, же я себе забрал. Первого. Не, подожди, а кто там тебе слонов хотел? А это город хотел. А, твой город? Малака хочет караван и этот, и лагерь. Блин, у меня столица серебро хочет. К сожалению, у нас серебра... Значит, у них и серебро. Да. Не, ну слушай, у меня тут Грац благодаря Виктории растет как на дрожжах, поэтому для Петра у него производство будет норм. Ну как? Более-менее. Тем более, что у него тут холмы как раз. Три холма уже есть. Сколько? Тебе нужно 16 молотков примерно, чтобы построить 10 ходов. 16 молотков. Ну сейчас у меня 6 пока. 7 молотков. То есть если я приду туда рабочих... Куплю вон ту клетку. А, я же еще аристократию могу принять, между прочим. Я ее даже, наверное, сейчас... Или монархию лучше, блин. Наверное, счастья не будет, если я монархию не приму. Я тебе люкс дам скоро. Ходов через... Да? В общем, могу и сейчас дать, если очень надо будет. Не, сейчас не надо. Шелк будет пока. Пока плюс 2. Так, ну уже 131 вера, то есть должен пророк появляться, начинать. Так что, брать производство, думаешь? Молотки, да, молотки нужны. Я тоже, думаю, я тоже думаю, что у них вряд ли будет вера. Хотя они взяли на соль там, они же на веру взяли. Ну, у тебя-то явно быстрее. Тебе нужно и молотки брать, и пытаться укрепить быстрее. Не, ну они явно возьмут раньше, чем я укреплю. Это в любом случае. А, ну, в принципе, я сейчас слышу, этих слонов обработаю, это будет плюс 4 мне, к счастью. Так что нормально. У меня очень много счастья, если что, проси. Блин, ну вот хотелось бы, конечно, библиотеки строить, но нету у нас... Библиотек? Построй мельницу в Зальцбурге. Или лучника еще одного, никогда не помешает. Зачем я подошел к лагерю? То есть это сейчас может подойти меня обстрелять. Странное действие немножко. Ты аж только джунгли не руби, если что. Так, у меня пророк появился. Давай, кликай быстренько там. Деньги, скорее всего, за почитателей плюс за 4. И молотки. Ну, 48-й ход — это быстро. Это быстро. И укрепляй, на пророка ставь. Если мы сможем забрать и пагоды, будет супер просто. Так, когда там у тебя счастье появится? Лёш, мне 19 счастья, бери что хочешь. Ну, пока еще рано, я еще город не ставил. Ну, возьми пока шелк. Я его обработаю через пару ходов.
Знаешь, что я Стоунхендж построю еще? Давай. Я вот тоже сейчас думал, строить, не строить. Потому что если я реально возьму пагоды, то это будет очень в тему. Они открыли библиотеки. Возможно, они действительно в Петру не бегут сейчас. Да, значит, они в Петру и не шли. Но они могли открыть библиотеки вместо охоты. Мы же открыли охоту, правильно? Теперь вот вопрос. Вот у тебя будет очень много веры, если ты заберешь Стоунхендж. Тебе можно будет даже какую-то набожность пойти, наверное. Взять реформацию, да, кстати, покупать великих людей. Кстати, неплохой вариант. Если мне достанутся пагоды, то есть у меня будет культуры много, и традиция с набожностью очень... Блин. Вот же, ну, блин. Два хода не страшно. Нет, страшно в том, что они примут религию сейчас. А не в том, что они угнали у меня. А слушай, а мне не надо пока. Или у тебя двойной? Все равно возьми, у меня молока еще дает одно. Давай после денег сразу в библиотеке. Смотри, как я в тупую иду посел оставить. Да, давай в библиотеке после Петра. И философию тогда. Так. Ну не, ладно, там посмотрим. Блин, у меня даже скоро золотой век начнется просто так. А у тебя как золотой век скоро? Через 3 хода. Ну, у меня таким макаром ходов через 7. Но все равно будет. То есть со счастьем, в принципе, у нас неплохо. Что у нас с демографией? Интересно, сколько у них городов? Ты еще там 2 было, я видел. Было 54 тысячи. О, нет варваров. То есть ты так в наглую прямо, да? Да, в наглую. Слушай, а сколько у тебя денег? Я вот думаю... 26. Холм купить у Еревана? Нет. Тебе надо у тебя 2... Нет, я хотел рабочего вообще-то купить. В Граце купить рабочего, потому что через 2 хода будет Петр уже строиться. Через 1. Мне 2 хода пишет. А мне 1 пишет. Ну, в общем, мне для покупки рабочего нужно 4 монеты. Вопрос, стоит ли 220 монет тратить на покупку рабочего. Мне кажется, что но стоит. Оно стоит того, потому что у нас... Если у тебя деньги есть. У меня есть. Так что дай мне 4 монеты. Даже больше дай, просто потому что... У меня плюс 0 вход. Строй холмы везде. О, эти, ты понял. Не строй фермы там. Пускай пока тут рабочий строится все равно. Ну, 1 ход. Где Петра? А, ну не знаю, Леш. Мне писал. А у меня написано, что науки больше, чем нужно. 202 и 193.
Так, денежки открыты. Пока у меня Петра 21 ход. О, у нас письменность за один ход открывается. У нас с Петры много вылилось колб. Письменность. Это здорово. Я вот думаю, какие мне города отъедать. Может, мне Зальцбург отъедать? Может, я вот думаю, мне в Зальцбурге надо колледж там строить, потому что только в нем у меня будет обсерватория. То есть научным делать Зальцбург. Ну, попробуй. Просто ты над колледж там долго будешь строить. Ну, идея неплохая, на самом деле. Почему долго? У меня там есть холмы. Ты забываешь, что их не видно просто. Не в этом дело, а в том, что тебе их обработать надо все равно, как бы. Лишние три молотка от дворца это немало. О, я союзник Еревана. На очень долго. Пойдем их встретим, я тогда лучником пройдусь к ним. Давай. Ой, и дружочек Малаки, кстати. Внезапно. Не знаю, что я ей там сделал. А, кстати, у Малаки есть железо еще, две штуки. Ну, блин, это все. На нашей 4 половине... 4 фрегата. Да, на нашей половине у нас только 4 железа. Так, ну и что дальше? Ну давай сейлинг откроем, все-таки караван лишний. Давай. Сейлинг. Можно еще металлоконструкции, чтобы лесопилки начать? Хотя нет, ладно. Философию пойдем потом. Золотой век. У тебя тоже, да? Хода два назад уже начался. Блин, слушай, иди сюда, давай этот лагерь добьем. Я достал, я постоянно убиваю. Я юника. Хочу сверху себя тоже убить, Леша. Так вон у тебя лучник идет. Он идет к французу сначала. Он его следит, и я пойду к тебе. Так, ну они нас на одну теху опережают какую-то. Сейчас откроем и узнаем их. Что там 19 молотков у кого-то. А у тебя сколько? 28 золотым веком. Вообще нам бы в госслужбу быстрее пойти. У меня есть большая речка, где нужно фермы реализовать как можно раньше. И тебе также. Тебе тут столько ферм можно настроить, Леша. Да вообще обалдеть, слушай, ну... Я бы на твоем месте... Вместо рынка сейчас рабочих просто спамил и, ну, еще штуки три тебе, ну, три, ну, окей, два, блин, два даже. Я бы два вместо рынка построить. Лучше библиотеку строил, о чем я забыл совершенно, что мы в библиотеке вышли. Быстрее все это обработать, чтобы ты выходишь в госслужбу, у тебя клетки начинают давать по 4 еды. Полностью с тобой согласен. Что, встретить там француза? А, не встретил. Не засчиталось. Ну, потому что надо...
Чтобы он меня увидел здесь. Нет, ну ладно, сейчас уже не буду. Либо юниты были, либо чтобы ты в соседней клетке с границей стоял. А я сейчас на холм встану левый, и он меня увидит. Так, слушай, ну, наверное, лесопилки надо открыть сначала. Потом, наверное, давай. Лошадей. И потом уже гражданскую службу. Или инженерное дело все-таки еще открыть. Ну ладно, все равно конструкция. Надо быстрее сначала. Надо в колледже поставить, а потом вот в госслужбу, скорее всего, чтобы фермы работали. Даже без Нотр-Дама, наверное, пойти сразу в универы. Так, тут норм. Тут норм. И все с производством. Блин. Айзен, Россия не получает нефть двойную. Французы два города. Встретил все-таки. У русского тоже два города. То есть они в два города играют. И мы тут сейчас 3-5. Не, ну француз, возможно, просто на море поставил. То есть это в некотором смысле логично. Морскими караванами два города отъедать, потом уже 3. Они в философии, Леша, уже. Надо философию после металлоконструкции бежать. А чего? А ветру они не открыли, кстати. А чего ты беспокоишься, если мы с... По науке, чтобы не отставать. Да мы не отстанем. Потому что у них два города, то есть у них 4 города, а у нас 7. Ты не забываешь, что еще от жителей ты кучу всего получаешь. То есть, не, конечно, мы пойдем в философию, но... Прям забивать на все остальные, просто чтобы идти в философию. Они идут в философию, потому что у них 2 города. Они ставят быстрые библиотеки, быстрый нацколледж. А потом уже ставят города. Мы при этом отъедаем свои города, все 4. Мы рады, что ты Петру заберешь. Да, град с Петрой нормальный будет. А клетка сколько стоит? 55. Хо-хо. У меня есть 19. То есть мне нужно еще 30... 6. Спасибо. Ну вот, видишь, основали они. Пагоды, естественно. Мечети тогда били? Ну, мне далеко было. У меня еще мне только 120 веры. То есть, конечно, он со Стоунхенджем. Стоунхендж плюс там медь, железо, соль. Да, да. У русского 15 железа. Зашибись. Ну, 15 это половина. То есть он что-то уже, кстати, на железо использовал. То есть у него должно быть четное число. Потому что, типа, двойной. Он может, уже... он единичку отдает там французу для квеста. Ну, и либо у него медь. Ну, они ж не вышли в колосс. Нет, не вышли. Значит, отдает для квеста, например. Пойдем в философию за ними. Если мы будем за ними технологии изучать, это будет дешевле. Да. Так, я закрыл традицию. Мне еще 4 хода. А что они еще кроме философии открыли? Все то же самое, видимо. Мы ровно идем. Нет, ну, construction... Мы открыли Петру, они открыли Металлургов философию. Они не открывали, например. Они Петру тоже открыли уже. Петру открыли все. Только сейчас, да?
Может быть, прошлым ходом. У француза 22 молотка всего, у русского, не думаю, что больше, у меня 33. И точно Петру должен забрать. Но у меня уже 11 молотков в Граце. Сейчас еще вот этот холм обработаю, будет 12. И Петру я уже строю ходу в 5. Понимаешь, если бы они играют всего в два города, да? Если бы у них в этих городах была какая-то офигенная Петра, они бы в нее сразу шли. Правильно? Правильно. Блин, малака враждебная. То есть быстро снимается? Да, 1.87. А Ереван дружелюбный. Это хорошо. Кстати, глянь, а тебе бы тоже неплохо было бы с него культуру получать. Он караван хочет, кстати. Кстати. Ладно, после философии пойдем тогда, откроем инженерку. А ты уже два каравана запустил? Да, сейчас второй полетит в столицу. Кстати, а вот смотри, я могу рабочим под осининкой пробежать вверх на этим, на олени. И речка меня не остановит. Хотя мы не открыли еще констракшн. Потому что лес считается дорогой, и ты типа да, с дороги понимаю. На дорогу. А, потому что мы инженерное дело еще не открыли? А, так мы не открыли, да, еще. А, интересно, да. Баг, баг, баг. Каждый день что-то новое узнаешь. Да, ты, между прочим, лишние дороги строишь. Так, на минуточку. Ты две лишние дороги построил. Между Гранд-Ривером и Осининкой. А, нет, одну. Ну, одну лишнюю. Одну, извини, одну. Ну, неважно, в любом случае, потом эти леса, они плохо работают. Там они не ускоряют, ничего не делают, ну, ты понял. Ну, да, и потом и железную вижу. Дорогу... Плюс красивенько, видишь, ровно все. Да, железную дорогу потом все равно придется строить. Так, 5 ходов до Петры. Я уже не успею здесь за 5 ходов. То есть один ход, а потом еще 4 хода тут строится. То есть это никак не ускорит. А вот дорогу... Че, Леш, ты молоточки разогнал там? Ну, ты ж знаешь по той игре со слонами, что я умею молоточки разгонять. Ну да, неплохо. Ладно, надеюсь, мы этот лагерь сейчас у тебя заберем. Ты бы лучше воином, допустим, в Граце поставил его ниже на снега, чтобы засвечивать территорию. Да, ты будешь деньги терять, но лучше потерять немножко денег, чем потом отваров отбиваться, правильно? Не согласен. Видишь, как я сделал сверху? Я не согласен. Не в том плане, что не деньги терять. Мне нравится, когда варвары появляются, если я могу от них отбиться, в принципе. У меня есть армия, и варварский лагерь мне даст денег. Ну и прокачает юниты. Не успел опять. Там лагерь выше Ивана есть. Блин, слушай, ну помоги ты мне с этим лагерем. Смотри, что происходит, ну. Леш, ну я бегу. Ну это трындец сейчас будет. Разбираюсь. Он сейчас прибежит, все нахрен нам пограбит. Мне, все мои караваны так пограбит. Так ты одним лучником пытаешься лагерь сломать. У тебя еще лучники, еще воин.
Ты быстренько со всеми... Нет, я просто надеюсь, что у меня есть партнер по команде, который находится сверху от этого лагеря, который тоже придет и поможет мне, у которого больше армия нафиг не нужна ни на что. Так. Давайте лесопилки. Блин, все равно 5 ходов. Не понял, почему не увеличилось количество. А, золотой век закончился. Все верно. Но они, значит, лошадей открыли, кстати. Так, русско 26 тысяч армии. Разве не мы открыли лошадей? А, нет, мы не открывали. Да, значит, они открыли точно. Значит, они в гражданскую службу идут тупо. А мы во что, кстати? Пока что инженерку. Да, давай инженерку. Блин, может, в мастерские. Понимаешь, что такая территория, что очень мало производства. Вообще можно в мастерские, но потом по науке будем за ними бежать. Да, и будем за ними бежать. И дело в том, что с мастерскими ты универы намного быстрее строишь, да, у тебя есть производство. Ты, тем более, что ты за ними по науке, если они пойдут в универы. Мне кажется, тут надо производство поднимать поначалу. Строить оракул, не строить? А попробуем. Вообще, оракул был бы мне неплох для набожности. Ну, Леш, можешь начать, сколько он тебе будет строиться? Я понимаю, что кому-то чудеса иногда лучше заходят, но есть вероятность того, что мы их вообще не заберем, эти чудеса, понимаешь? Ну ладно, ты строй. Только вот что тебе брать? Патронаж? Не знаю. Тоже можешь набожность, кстати, взять. Почему нет? Не, лучше не. Либо я возьму меценатство, либо какую-нибудь коммерцию, да даже эстетику, чтобы великие люди быстрее появлялись. Коммерцию ты взять не сможешь. Пока нет, да. Потом смогу. Окей, пойдем в литье тогда. Да, мне тоже кажется. Мне кажется, что вот здесь литье. Ну, в всяком случае, с моими местами мне литье вообще очень-очень в тему. Я, наверное, своим лучником пожертвовал, чтобы мне тут не грабил ничего. Или не пожертвовать. Ну вот конь, видишь. Слушай, Я могу стрельнуть, если ты очень хочешь. Слушай, забери, могу забрать. Забери лучше лагерь. Потому что этот лагерь, если там будет, сейчас опять будут лошади появляться, это трындец просто. Блин, я мог тут лес вырубить. Для Петры, ну, тупой. Я сама буду вырубать, потому что тут надо библиотеку быстрее построить. Ну, что брать в верование укрепления? Мечеть, я думаю. Верование укрепления. Можно счастье... Верование укрепления. А, я понял. Я понял. Могу взять плюс 20. Вообще-то, как у них, типа, есть это... На море контроль, можно взять защитника веры. Я тоже думаю, что надо защитника веры брать. Я у тебя полечусь, там постою.
Так вот мне где веру брать? Теперь. Ну, раз ты ко мне будешь все-таки распространять свою религию. Ладно, я этим займусь позже. Ну, придется построить святилище с храмами, видимо. Да, я так видимо. И сделаю. Ты еще можешь мне пророка потом, если что, подойдите. Да, я думаю, у меня пророков дофига будет. Есть, я думаю, даже может как можно раньше это сделать. Что именно, подарить пророка? Ну, допустим, прямо сейчас даже, да, на пророка поставить и сразу потом мне повезти. Мне сначала... У тебя 335 будет стоить. Нет, нужно счастье, проси, у меня много. Послушай, мне надо сначала распространить свою религию по моим городам и купить мечети, чтобы у меня было много религии. И только потом давать тебе пророка. То есть только после мечетей. Да, они госслужбу открывают скоро. Блин, а тот город около солей-то с кучей клеток обстреливается на самом деле. Подожди, а ты где хочешь поставить? Или ты о чем? На каком городе? Ну, который себе на море ставить. Он даже фрегатами так, из четырех клеток. Так, а я не говорю тебе его на море ставить. Нам все равно какие-то города придется на море поставить, если мы будем их опережать по развитию. Надо как-то об этом думать. И жемчуг у них есть. Ура, Петра моя! Дай денежку. Пожалуйста. Блин, не ускорить никак. Буквально молотка не хватает. А что ты там хочешь ускорить? Чтобы за один ход построить оракул. Так, что-то у меня бегает в Линц, в Вену, в Линц, в Зальцбург.
принципе, в Грац тоже можно отправить на еду. Хотя, ну, блин, тут Виктория и так есть. Вышли в гражданскую службу? Да, вышли. Вышли. Ну, отлично. Ну, после мастерских просто можно ставить гражданскую службу, а потом сразу универы. Или, подожди, ну, или в гильдии. Или хочешь нотар. Нет, я хочу гильдии. Да, можно войти в гильдии и забрать чудо. Мачу-пикчу. Мне как да, раз. Да. В Гранд-Ривере. Давай так и сделаем. Можно меценатство взять ради запретки мне. Но если я ее не заберу, будет не очень хорошо. Я сомневаюсь, что они возьмут, меценатство без оракула. Да, я тоже думал об этом. Я у тебя эти меха заберу через 4 хода. Как раз в Ереван отправлю караван меха, и я тебя обгоню даже там. Если ты не против, конечно. Чего началось? У тебя уже сейчас спадет влияние. Что, дорогу не построил? Блин, вот это то, что не прорисовывается иногда, так раздражает. Так, караван. Знаете, что я бы, наверное, в Зальцбург отправлял, поэтому давайте в Линц перекинем. Вообще, мне бы еще в Малаку караван тоже отправить. Слушай, Лёша, можно фармить лагерь Еревана? По очереди, я бы даже сказал. Что значит фармить лагерь Еревана? Рядом с Ереваном есть лагерь. Я вижу. Убиваешь там. Кстати, убиваешь он меня юнит. Просит дорогу к себе построить. Я это даже... Построй. Лёш, ты убиваешь юнит рядом с его границами, получаешь влияние? Да, да. Просто не дай ему лагерь этот сломать. Да, ладно, пошли. Надо юниты расставить вокруг этого лагеря. А сколько у тебя армии? 18 тысяч. Что-то как... Если ты об этом. Как-то у русского многовато. Может, нам как-то встать, контролировать побережье? Там уже по промке меня обогнали. Это русский, видимо. Больше 42 у него, могу сказать. По еде 67 у меня, я второй. По деньгам 33, я второй. Ну, можно предположить, что у русского может золотой век, например, начаться. Как вариант. У него минус 2 золота. Я перестал быть дружочком-пирожочком с Ереваном. А ты не хочешь на побережье стать лучниками? Он их сразу заметит и сможет приплыть, если что, обстрелять. А так он... Да, ничем. Чтобы приплыть, обстрелять, ему надо построить... Ну да, кстати, да. Голиасы, как минимум. Почему бы ему и не построить голиасы? Я был бы не против, чтобы он строил голиас.
Так, теперь мне вторые молотки 46. Молодец. Я тебе говорю, вот это у меня лидерство до половины игры. Потом я в производстве должен явно сдать. Потому что у меня просто нету. Скорее всего. Ты город-то слева от зале только будешь когда ставить? Ты построил нацик тоже? Нет, конечно. А, вижу, вижу. Сейчас у меня 5 ходов линз, и как раз я в Зальцбурге в это время буду мастерскую строить, потом в Зальцбурге нацик. Я, блин, не знаю по поводу этого города. То есть, а, смотри, у меня бегают морские караваны. Понимаешь, да, я видел их до этого мне уже. Бы очень хотелось его поставить на море. Мы сразу туда отправляем караванов 3 на производство, или 4. И он безостановочно начинает хотя бы триремы клепать. То есть, например, плыть и расфигачивать французу караваны его морские. То есть это город скорее не для развития, а для того, чтобы гадить соперникам. Леш, поменяй мне там. Я мачо, наверное, инженером построю. Я построю сейчас длинный дом в столице и инженера ходов за 5 рожу. Все равно строить его буду там очень долго. Ты мать инженеров? Да, давай в один ход гильдии оставим, пойдем пока по верхней ветке, я тебе скажу, когда нам можно будет открыть. Окей. Ты не забудь мне напомнить переключиться за один ход. Я скажу тебе. Плохо, что Ереван Оазис купил. Да, но он это давно сделал. Ну что, набожность беру, да? Ну подожди, давай подумаем, зачем вот она, для чего? Для того, чтобы покупать людей, правильно? Сколько у тебя веры, думаешь, будет вход примерно? Сейчас сколько? В смысле еще покупать сейчас людей? Сейчас у тебя подожди, сколько веры вход? Подожди, у нас есть воля, честь, набожность, патронаж, exploration, коммерция, эстетика. Я к тому, что ты ее в один собрался открыть, что ли? Я думал, до реформации прямо. Ну да. Так, сколько она мне сейчас будет... веры вход? Ой, слушай, ладно. Что-то какие-то сложные вычисления начинаются. Ну окей, нет, во-первых, я не считать, во-первых просто... она дает, как минимум, то, что я первое открыл, она уже дает мне строительство этих храмов и святилищ в 2 быстрее. Потому да, Леш, я думаю, тебе нужно брать набожность. К тому же я мечеть Джине смогу построить. То есть я смогу тебе разнести веру быстрее, например. Ну и она сама по себе веру будет давать.
Просто что, что там из этого брать? Честь и воля нафиг надо. Не, патронаж взял Леш, ты. И набожность, все верно. Коммерция. Если ты поставишь еще один город выше Линца, у тебя будет очень много религии. Очень много веры, в смысле. Я каждый город будет давать просто 5 за святилище с храмом, плюс там у тебя чудеса, плюс чудеса на веру, типа джинны, ты правильно говоришь. Вообще не удивили чеченицей. Вот прям... Вообще. Так, пойдем теперь в госслужбу. Короче, Ереван мой союзник ходов на 50. Мой ходов на 20. Чуть больше. Ну, твой он друг, а не союзник, правильно? Ну да. Я получаю чуть меньше. Только в госслужбу через всадников давай. А не через драму и поэзию. Малака хочет найти земли России и торговый, и добавить фарфор. Судя по тому, что она хочет добавить фарфор, явно еще один торговый этот ГГшка у соперников. У Малаки фарфор. Ну, вряд ли у нее пожелание добавить фарфор, потому что у нее фарфор. Обычно она вот просит то, что есть. То есть я не видел такого, чтобы ГГшки просили того, чего нету. Блин, в лагере у Еревана пикинёры появились. Да, я вижу. Ну и пускай с ними Ереван разбирается, правильно? Куда они идут? А, они тоже в литье вышли, кстати. Может, они даже физику побегут. Ну, им счастье нужно, у нас, в принципе, очень много. Сейчас сами пойдем в универ, их обгоним. Так мы после гражданской службы в универ... А, подожди, гильдии еще, да. Я, ну, да, кстати, я скажу, один, когда. Один ход всего лишь. Так, конюшни, лошади. А, только овцы будут давать мне, ну, ради овец конюшню строить. Кузню тоже не очень, дайте, наверное. Дайте, наверное, арену. Счастья лишним не будет.
это очень важно было эти клетки забрать, чтобы до них не дотянулся Ереван. Ну, француз должен колосс построить, в принципе, у себя. Стрельни в пику. Чего это? Не хочу. Пускай грабит твой караван. Да не в караване дело, в том, что ты получишь влияние сейчас. Ну ладно. Мне может забрать все-таки этот лагерь, потому что, ну, у нас юниты, или пойти юниты апнуть? Ну, Леш, решай сам. Я думаю, что если мы будем фармить, у нас Ереван будет до конца. Так у меня Ереван и так уже 124, то есть 60, 64, да? Ну лишнее это не будет, верно? 64, у меня снижается на 1.25, то есть это, ну, на 50 ходов точно. Я думаю... Они гильдии открыли. Ну, так, и что? У меня инженер 2 хода, я его еще вести буду. Еще 3 хода, то есть через 5 ходов я бахну. То есть изображаем, что у нас гильдии нету, да? Изображаем. Так, да. А у них могут быть, может быть у них инженер, что они строили, что у них на инженера может быть, какие чудеса, сейчас глянем. А что ты сейчас брать будешь? Оптику. Оптику возьму. Окей. В чате кто-то радуется, сейчас правила будем нарушать библой. Фигу вам. Обломитесь. Бань его в чате там. В стиле Хаецкого, всех банить. Ну, так, подожди, висячие сады вообще же не дают никаких очков, правильно? Ничего. Стоунхендж дает очки великого инженера. Но он его поздно построил. Намного позже, чем ты Артемиду. Короче, заберу я этот лагерь, потому что, чтобы мне апать юниты, мне надо отходить, тогда заберет лагерь сам Ереван. А если не апать юниты, то тут сейчас будут мечники с копейщиками рождаться, и мне вообще трындец. Ну, по идее, уже первый русский, кстати. А я последний... Ну вот, блин, он мне убил... Он мне убил лучника. Ну, трындец. Давай, гильдии и в образовании. А, слушай, ты оптику открыл, может мне сплавать каким-нибудь юнитом к ним?
какого-нибудь коня тупорылого построить. Как ты? Да не, Лёш, не тать промку на это. А я бы сплавал. Вообще, я могу инженера даже на Альгамбру оставить какую-нибудь. Не, ты чё, Мачу-Пикчу? Какая Альгамбра? Зачем Альгамбра, если есть Мачу-Пикчу? Почему ты считаешь, что Альгамбра лучше, чем Мачу-Пикчу? Поясни свою позицию. Лишняя. Ну, блин, лишняя прокачка. Мы тут, скорее всего, на самолетах будем воевать. А самолетом это прокачка с Альгамбры. Да, давай Мачу лучше. Надеюсь, они за два хода еще не достраивают. Ну, если они так быстро строят Альгамбру, ой, Мачу-Пикчу, то у них явно с производством офигенно. Блин, мне бы как-то с Ереваном засоюзиться. Вместо тебя, потому что мне пряности нужны. Это будет очень сложно. Прийти, лагерь побомбить самому. А он хочет лагерь от тебя? Нет, просто юниты там поломать. Слушай, ну я хочу забрать этот лагерь, честно говоря, потому что он тут рожает юниты, которые мне очень мешают. И я союзник Еревана на больше, чем на 60 очков. Что у них там с армией происходит? То он 25 тысяч, то меньше 20 сейчас. Ну, может, варвары тоже. Они своих варваров не зачистили, что ли? А то мы своих зачистили. Мне так на минуточку варвары только что лучника убили. Я еще собор Святой Софии построю, чтобы пророка посадить. Да, да, правильно. Кстати, а мне тогда очень было бы неплохо эту построить. Барабудур. Построй. Только я почему-то не вижу его в списке. Ты в каком списке это смотришь? Чудес в каком списке? Ну, в смысле, в каком городе, Лёш? А, я понял, или... понял, да, я понял прикол, да. Дошло. О, кстати, у меня уже минус один несчастье. Есть тебе что дать мне? Конечно. Спасибо. У тебя сколько счастья? 9 еще. Это при том, что я уже и цирки построил, и арены в некоторых городах. Ничего себе, Иракес угнал у нас Мачу-Пикчу. Что делать? Не знаю. Так. Что-то мы их уже по науке обгоняем. У тебя в Грации сколько уже очков инженера набежало? Сейчас, подожди. Двадцать восемь из 67. Может, тебе посадить этого
туда жителя и потом нотр заинженерить. Ну или что-нибудь такое. Как раз к тому моменту он тебе появится. Примерно там. Ну я посадил, сейчас посмотрим. Колосс, ничего удивительного. 9 ходов до инженера. Ну, отлично, как раз откроем нотр там. Так, ну они за нами пошли в образование. Повторяйки. Француза такое ощущение, что только скаут остался, или дуболом какой-то. Лодка у него есть. Видимо, все отдал русскому. Интересный вопрос, если я построю собор Святой Софии, у меня пророк отсрочится? Вроде должен, а вроде не должен. В смысле отсрочится пророк? Ну, в плане того, что мне сейчас нужно 134 веры, чтобы у меня пророк появился. А будет 201. По идее, нет. Это... Ты же не будешь основывать религию, ты его посадишь. Не, если я даже нет. Посажу... Смотри, если я получу пророка за 143... за 134 веры и посажу его, то у меня счетчик сдвинется. А тут он, конечно, не сам появляется, а из-за чуда. Вообще, я могу, конечно, потерпеть немножко там. Потому что у меня он теоретически может через 4 хода сам появиться. В хорошем стечении обстоятельств. Да, при том, что уже две религии основаны, то есть у тебя вероятность намного выше, чем без религии. Ладно, в любом случае, я все равно не буду это откладывать, собор Святой Софии. Я его дострою. Блин, эти сладенькие французские караванчики так и манят. Так и манят, говорят, поставь город на берегу, разграбь нас. Разграбь. Я вот даже думаю, что тебе, возможно, выше линца город не нужно тогда ставить. Может, у тебя с счастьем... Ну, хотя, если ты нотр точно построишь, то будет чудесно. Так что, в нотр сейчас идем? У меня 7 ходов до инженера. Да, в нотр. Конечно, быстрее его откроем, чем 7 ходов. Так может это опять на один ход, ну, отложим? Да, так и сделаем. Потому что я-то инженера никуда вести не буду, я просто в том городе, где он появится, там и бахну. Ты принял там? Нет, я не хочу тебе ничего давать, ты... Я просто не заметил, Леш.
Ты вот попробуй выиграть без того, чтобы тебе кто-то что-то давал. Да, сдвинулся. Правда. Сдвинулся. Жалко. Слушай, а вот под Зальцбургом лес на речке. Как думаешь, мне его вырубать и ферму ставить? Думаю, да, холмов тебе достаточно. А вон еще выше Зальцбурга холм будет твой. Да. Так, они открыли образование? Да, они открыли образование. Мы их только по оптике опережаем. Они, видимо, ее даже не открывали. Леш, 5 ходов, да, осталось? До инженера. Да, 5 ходов. Окей, пойдем в Альгамбру тогда сейчас. 4 хода, да? Ну, 3 хода поизучаем рыцарство и потом физику. Блин, ну вот нафига я мечети строил прошлым ходом? Мог дискаунт получить. Тогда я уже пойду по этой ветке, просто чтобы быстрее до реформации дойти. Француз уже универ стоит.
Даже у меня не стоит. Ну, хотя я начал на один ход позже строить. Ну, вообще-то у меня тоже стоит университет. Как-то я так долго строю-то. Три хода вроде. Не знаю. Что с тобой не так? У меня сейчас 27 веры в ход. Кстати. Ну? Когда взял понтон на пустыне, у меня сразу плюс 10 веры стало. Может, тебе не приносить мою веру или что? Не-не-не, неси, конечно. Я сейчас как раз на второго пророка накоплю, посажу его и смогу мечети купить твои. Смотри. Я уже все свои города обратил. Алёш, ты решил физику все-таки открыть, да? Блин. Да ладно, не важно. Я прослушал. Меня сейчас отвлекли прошлым ходом, и я... Ну как появится, жги его. Но они тоже физику вышли этим ходом. А, то есть... Они либо сейчас заинженерят, либо они будут строить сколько-то ходов. У тебя через три хода, правильно, появится? Да, да. Так может, в печатный пресс тогда пошли? Если они... Давай, только рыцарство сначала надо. Если они с инженера построят физику, Нотр-Дам, тогда мы запретку... Не запретку, а эту, как ее... Я понял. Пизу да, заберем. Нормальная идея. А может стоит даже, кстати, именно на пизу оставить? Ну, и пизу надо строить мне, кстати. Потому что у меня бонус к великим людям. Надо представить, сколько Нотр-Дам просто так строить. Вот сколько он у тебя строит? У меня 6 ходов было в Анандаге, но я уже не начал строить, поэтому сейчас, конечно, плюс 6 опять. Так, а там француз вылетает. Знаешь, как можно поступить? Ты допустим, вместо Нотра, ты если заинженеришь пизу, ты можешь мне инженера взять с нее, отдать, чтобы я построил еще это запретку. Хотя можно даже тебе запретку забрать, чтобы у тебя счастья больше было. У тебя вон городов больше, они большие тоже. Можешь себе, да, оставить. Зачем? А, нет, ты не можешь. Слушай, да, я ее не смогу построить. Да, плохо. Да, нормально, я не расстраиваюсь. Он откатывать-то будет? Что, лол?
Я его спрашивал, откат будет? Он пишет, да, и не откатывает. Ну, я вижу, что Лол-то пишет, что он не откатил. Ну, не знаю. Ну, то есть оптику они до сих пор не открыли. Да, они на одну тех у нас... Кстати, я сейчас не посмотрел, мы жильцерство открыли, а они там на сколько... Ну, окей, ладно. Так, универ. Что исследуем? Рыцарство. Знаю, блин, после сейва вот это. А прошлый ход они не построили. Ну, а в этот раз построили. А, я понял, почему они сейв так хотели, потому что я француз вылетел. Думаешь, да, инженером тоже... построили, да? Конечно. Ну, и я так думаю, да. В прошлый раз же не построили. Ну окей, да, мы тогда забираем пизу, и ты это инженер. Я тогда уберу пока просто с инженера. 6 ходов до инженера нормально. Я посажу лучше на. Ну окей. На ученых. Но мне он нужен будет. А, нет, он тебе нужен будет. Мне он нужен для пизы. Да, все верно. Нормально вроде сидит. Так, тут инженер, тут писатель, ученый, все путем. Так, ну у меня уже писатель появился, что, сохраняем, да? Копи, конечно. Thank you.
Да, блин, ну... На последних секундах это перебрасывание с Зальцбург. Из Линца, из Вены, из Граца, значит. Да, блин, два хода с караваном потеряно просто. Блин, что-то я двух миссионеров истратил на твои города, и ничего не обратилось. Леш, инженер нужен скоро будет. Ты там говорил, у тебя 6 ходов, сейчас 5, наверное, надо на 4 делать. Даже не 4, а 3, потому что ты... А хотя нет, мы же открыли эти, да, тогда в норме. Тогда он сразу добежит и построит. Ты же Вене будешь ставить? Да пофигу, я все равно могу только на одного специалиста ускорить. Я имею в виду ставить это чудо. Какая разница, он на все же города влияет. Угу. Ну, значит, в Граце буду. Что у меня инженер в Граце появится. Все, инженер появился. Потом сразу банковское дело и в индустриализацию, наверное. Банковское дело и индустриализация, да? Да. Я вот думаю, может еще, кстати, стоит Гряс открыть, чтобы караван пустить. Мы откроем, то есть банковское дело, там караван, еще в Грясах караван. Ну, лучше первым выйти в индустриализацию, а потом уже караваны открывать. Тоже верно.
Нам, кстати, стоило бы между собой дорогу еще построить. Да, можно. Кофеечек буду пить, помешиваю. Француз до сих пор играет в два города. А у русского сколько? Три. Ну, я так понимаю, что француз вот стоит чисто на море, и эти два города караванит морскими караванами, а третий он не может за какой-нибудь ГГшки поставить, скорее всего. Ну, судя по демографии, у них такие же голимые места, как и у нас. Здесь у них еще одного инженера нет? Откуда, интересно? Они тоже вышли, да, вместе с нами? Да, с нами. Ну, я не знаю. Мне хватит одного инженера в Граце на Пизу? Посмотри. А как должно это выяснить? Хватить. Наведи на молоточке, там напишет, сколько он тебе даст. Должен 335 дать, да. Дать ровно как Пиза стоит. Да, да, столько. Давай, бахай. А кто у них русский, да? Блин, у русского, француз. Наверное. Что, француз? Кстати, француз инженерил уже. Ну, хотя инженер это можно передать. Нет, хост русский. А, да, русский первый, да. То есть, если русский решит Пизу строить, то попенция, да? Ну что делать, ждать что ли их? Давай, Леш. Я беру инженера и веду к тебе, да? Отдаю на запретку. Да, чтобы я построил запретку. Выводи его это на лесопилке ниже Анандаги, там. Чтобы я его быстрее провел. Ну, ты понял, выше лошадей. Можно там дорогу как раз будет построить. Е-е-е! Странно, инженер появился в столице. Там же написано, что рядом со столицей появляется великий, да, человек по вашему выбору. Так, ну что? Куда ты сажаешь шпиона, а куда я? Так, ну давай я в Россию, наверное. Да, я в Париж. Девятнадцать,
Неизвестно, какие они институты открыли. Ну, как и им. Ну, правда, только меня видно, что я набожность. А меня видно коммерцию. Они не знают. Ну, они должны знать, что у меня меценат. Ну, не то, что должны знать, что у меня есть меценат, они должны знать, что у меня еще один институт есть. Окей, не должны знать. Если они посчитают, конечно. На лес вставай и передавай. Вот тебе не втерпёшь инженера заполучить. Только сразу его передай, а то ты сам не сможешь по лесу бежать. А я попробую. А вдруг получится? Они сравнялись с нами по науке, то есть они оптику тоже открыли. Ну там один ход оптика, господи. Я думаю, что мы в индустриализацию должны раньше выйти, но они зато будут получать при этом бонус к открытию. Понимаешь, и тут все будет можно зависеть... Можно себя стопить. Зачем? Ну окей, да, здесь это не сработает. Ну не то, что стопить, в плане, вот если бы, допустим, смотрели, мы бы там... экономику... Не, подожди, там еще но... мое уникальное здание в экономике. То есть нам по-любому надо экономику быстрее открывать индустриализацию. Ну, да, так и сделаем. Тут только вопрос... А сколько у тебя науки в Зальцбурге? 67. А в Вене? 40. Думаю, есть смысл нам завернуть в астрономию? Или лучше после идеологии, думаешь? После этого? Ну, фабрика. Блин, у нас только два города рядом. Ну да, с да. С горами. Да. Знать бы, конечно, как у них, ну, судя по тому, что у нас жопа, я думаю, что у них тоже не особо там много гор, холмов. И судя по тому, что они не завернули в астрологию. Давай, инженера. Так, у меня уже лишние рабочие образовываются. Давай я у тебя что-нибудь буду обрабатывать. Ну отдай мне его. Ну или вон это... Построй. Джунгли? Торговый пост на джунглях. Вот и их культурная ГГшка. То есть у нас абсолютно одинаковые ГГшки. Там еще одна неизвестно какая. Ну, я думаю, что она торговая, просто потому что Малака хотела фарфор. Я думаю, что у них типа... Не, там бывает такое, что ГГшка, если она с тобой не в союзе, она сама просит свой люкс. Ну, бывает такое. У нее ну, же фарфор ладно. Есть. Слушай, ну в два города играет француз, у нее столица 18, это... Это вообще не фонтан. О, у меня пророк появился. Ну, я тебе, наверное, его подарю просто. Или посадить. Если нет, я тебе не могу подарить пророка, его надо посадить у тебя. Ты можешь сам посадить. Ну, я вот думаю, может, тебе лучше оставить. Сколько тебе веры приходит сейчас в ход? 44. Мне 31. Тебе, наверное, побольше будет. Ты покупать людей будешь. Да. Посади себе вон выше, выше вены прям. То есть ты считаешь, что мне надо будет с реформацией брать покупку великих людей, да? А что ты думаешь взять? Ну, покупку... Можно взять туризм за здание. Покупку школ? Если очень хочется. Не, школы... Не, школу точно не надо, ты чё? Мы сможем ученых покупать, то есть ты уже даже сейчас можешь начать... Ну, ладно, боже, окей, Ереван как раз пророка хотел, господи. Меня, наверное, Ереван вообще навсегда теперь уже.
Союзник. Так, ну я уже следующим открываю реформацию. То есть мне до реформации 14 ходов. Ты с ним можешь вообще не спешить. Можешь рационализм показывать, открывать. Мы же не будем сейчас покупать ученых. Ну, кстати, да. Хотя в теории можно поставить город там, допустим, слева от меня. Вы прожечься в самолеты с твоими учеными и на Париж. И такой вариант. Сколько у тебя науки? 142 часа. У меня 154. Нечего украсть у Франции. У России тоже. Так, давай глянем, что там у них. Ист-индийская компания, храм, сады, конюшня. То есть, в принципе-то, по науке мы ровно... В Москве 22 молотка своих. Вот именно своих, без модификаторов. Сейчас еще литейка будет, это будет 30 молотков всего. У него, правда, спецы сидят, там писатели, художники все. Но у меня своих 16 молотков. В Вене. Понял. Думал, это у него все плохо. Так у нас у всех все... Так я, ну, слава богу, как бы, походу, с местом примерно одинаково все. Я бы тоже писателя рожал, но у меня тогда вообще не будет столицы расти и производить ничего полезного. Хотя вроде неплохо. Ну ладно, нормально. Но я посадил и в писателей, и в великих художников. И в универы. Поэтому у меня вена не растет, как видишь. Города просят что-то? Цитрусовый, может, есть там? Серебро, жемчуг, киты, медь. Да, похоже, что-то у меня. А великих художников тоже копить или запустить золотой век? Не, не надо, копи тоже. Ты можешь потом подгадать, ну, золотой век свой начнется и с художником. Ну, не обязательно, если он сейчас у тебя начнется, ты тоже художника сожжешь, там, позже. Плюс, возможно, ты свободу, допустим, какую-то возьмешь там и с политикой сожжешь его. По идее, производству и деньгам ты на каких местах? По идее, третий 117, по деньгам второй 83. По деньгам мы все, в принципе, ровно идем. Ну, я по производству второй 90. То есть, по ходу развития это у нас... Ну, блин, у нас 4 города, у тебя 3 города. Я не знаю, почему они там в 2-3 играют. Но нам нужно сейчас думать о том, как мы выигрывать тут будем. Есть идея неплохая, на самом деле, на самолетах. Единственное, что как в Париж потом забегать, но хотя да это, как? Я думаю, не проблема. Да надо просто на современных самолетах с парашютистами и все. Ну, далеко. Ну, да, это надежно. Как бы, а мог же они первее выйдут туда. Мало ли. В Москве джунгли, в Париже джунгли есть. Ну,
очень в тему появился. Смотри, где лагерь появился. Да, вот я к этим прошлым ходом думал, единственная незасвеченная клетка. И дай бог там появится. Я еще туда повел великого художника прятать и увел обратно. Ну, сука, ну появился там все равно, ну. Что если там какой-нибудь конь и прибежит ко мне вот на эти дороги, он мне тут все убьет просто нафиг. Ты великих людей только правее лучше подвинь, мало ли, серьезно. Он может забежать прямо, и у тебя хоть писателя в один ход. Давайте лучника отдам, на следующий ход ты вапнешь. Может, ты мне еще и денег дашь? Могу и денег дать. Фига себе, у тебя 1013, ничего себе. Ну, я по клеточкам. О, у меня как раз Малака хочет, чтобы этот лагерь я расфигачил, отлично. Что у меня тоже, у меня там влияния мало. Ну, то тогда есть, ты... Мало, да. Тогда ты фигач. Тогда не дари мне. Не, хотя не, подари, я апну. Не, я тебе подарю, я воинам сверху вон прибегу и заберу. Хорошо. Ну ладно, пока деньги тогда не давай. Копи. Таракотку и маяк. Я могу у них кызыл купить, кстати. Может он квест, может он таракотку для него строил. Если я культуру получу, их там это напрягать немножко будет. Может он караван еще туда пускает. А как... Инженер в Париже стоит. А какое у него задание у тебя для Козила? Никакого. Он только что перестал быть их союзником. Думаешь, стоит 1000 тратить на перекупку Козила прям? Может, там на ап-юнитов какой оставить? Вопрос, да, интересный. Это ты за 1000 сколько получишь влияния? У меня не 1000 сейчас, у меня чуть меньше. Я куплю, допустим, 50 плюс 15, если не ошибаюсь. Нет, 50 плюс 25, 75. Плюс у меня влияние падает на медленно очень. Не могу сейчас посмотреть. Понимаешь, если там терракотка, а я думаю, она не просто так строилась, а для кызыла какого-нибудь. Я думаю, она стоит того. А если для другого города? Ну блин, уже полтаймера прошло. Долго думали. Блин, я не знаю, мне жалко денег. У тебя не... Мне тоже немножко. У тебя не так много приход-вход, чтобы 1000 тратить на ГГшку буквально несколько ходов. Не знаю. Сомнения у меня. Банки сейчас достроятся, у меня будет еще больше. Короче, на следующий ход я, наверное, куплю. Просто сейчас уже поздно, под конец ходов покупать. А я думаю, что терракотка была для Кызыла. Ну, сейчас посмотрим. О, Кызыл. Да, ты был прав. Таракотку русский построил? Да, таракотку русский построил. Слушай, а сколько у тебя веры, Леш? Сейчас, вот именно веры. 50, в смысле, накоплено уже? Накоплено, 270. Да. 270. Блин. Ну, в Париже инженер есть, скорее всего, это будет коммерция, Биг Бен, который не построят. А у меня нет инженера, близко нет даже. Ну, точно не за 4 хода.
Так, а ты бежишь там лагерь-то захватывать? Да, вон он я. Угу. Через три ход получается. Раз, два, и на третий захватываю. Так, что тебе на холме вот это около Анандаги строить? Ферму или шахту? Справа. Сейчас, я думаю, да. Давай ферму. Еды мало. Люкс нужен? Да, конечно. У меня минус 3. Бери 2 тогда. Русского 40 тысяч. Классно ему. Забирай. А, ты уже походил? Да, походил. Ну, следующий ход. Если появится, беру. Появится, обстреляешь. Люблю шаблинцы, наверное, клетки купить с холмами внизу. Сколько они стоят? Рабочих туда веди обрабатывать холмы сразу, а то у тебя этот линз вообще 90, 45, 60. Он 200, если ты мне дашь, то куплю. Возьми 300 сразу. А у Москвы киты есть, кстати, на обмене. То есть у него свой город где-то на воде стоит. Так что там, внутреннее море какое-то? Я не знаю, может выше Парижа город стоит. Какой-нибудь город с железом специально, чтобы железо было, или кони, что-нибудь такое. Ну да, вариант.
Ну да, скорее всего, Козил внизу, а вверху, наверное, у русского стоит. Потому что между Козилом и Парижем явно какой-то французский еще стоит город, а сверху от Парижа. Ну или наоборот. Да, вон граница. А че, Леш, холмы-то не купил, я вижу только один. Вон еще два. Ну подожди, ну че мне их сейчас, прямо сейчас покупать уже? У меня Козил, ой, этот. Линз клетки обрабатывает нужные для города. То есть, они все равно сейчас эти холмы не будут работать. На, купил еще один. Ты доволен? Да. То у француза вообще все плохо, 41 молоток всего. А по идее он не первый? Последний. У него два города, но все равно на два города 41 молоток. Зато нам... Блин, у русского там очень большая река, видимо, потому что он очень быстро растет. У него 36 еды плюсом. Вообще так, Париж выглядит неплохо из того, что я вижу. О, как мы одновременно в индустриализацию. Ну что, у меня нету угля. А, не, вон есть выше Зальцбурга, отлично. У тебя как? У тебя нету. Так, мне надо, значит, эту фигню обрабатывать. Нам хватит на всех, кстати. Да, беги быстрее туда сразу. Сколько это? Раз, два, 60 лес, монет. Или 4, мне 60 короче. Монет надо. Ну там, у тебя накопится, когда ты подойдешь. А глянь, у них есть уже уголь или нету? Сразу нет у них. Ну, надеюсь, им меньше обрабатывать. И вообще, тебе бы копить деньги на покупку фабрики сразу какой-нибудь. Вот только что тебе брать? Автократию, наверное. Да, скорее всего, я поставлю город и буду самолеты спамить. Биг Бен, правда, сейчас не заберу. Хотя, ну, попробую построить. Я там инженер у них был. Так, я построил там тебе торговый пост. Если ты не обрабатывал почему-то. Что еще раз? Торговый пост на джунглях построил. Тебе, тебе устали. Да, я вижу, вижу. Спасибо, Лёш. Ученого посажу, наверное. Блин, у меня как-то вообще медленно столица растет. Я бы какую-нибудь свободу взял, чтобы у меня быстрее росли города. Единственное, что я, вот, я хочу, если я беру свободу, мне нужен Бранденбург, чтобы самолеты с прокачками были. Без него это плохая идея.
Я ничего не выбрал еще. Вот и Биг Бен. Французы. Ну, у него денег много. Я вдумал, Леш, может в астрономию? Пойдем в астрономию зайдем. Строим обсерватории в городах. Хоть и две, но у меня и так компас неплохо открывается. У меня автоматом астрономия стояла. Так, конгрессом мы не пользуемся, да? Да, все верно. Что тебе строить на той клетке, которую я очистил от болота? Торговый пост. Фабрики строит Москва. Ну, значит, за генерала, может, поставили. Или там ГГшка какая-нибудь. Или ГГшка дает. Кызыл с углем. И ничего не сделать. Блин, вот, конечно, это... Зря я тебя отговорил покупать кызыл. Там поздно уже было. Да, но мы долго Париж не будем... строит? Не должен, правильно? Нет, Париж не строит. Вот что русский будет? Русский не будет автократию брать, скорее всего, в автократию Париж возьмет. Он, скорее всего, порядок возьмет. Так, слушай, я посажу, наверное, шпионов к ИЗИЛ. Да, давай. Я в Малакку посадил. Жалко, они вторую ГГшку никак не засоюзят. Давай еще пару ходов сыграем и сейф тогда. Не вставать надо. Окей. Завтра продолжим. Можно, да, завтра в то же время, кстати. Ты сможешь завтра так же? Да. Ну смотри, уже русский по деньгам на первом месте. А у него золотой век идет. А, ну тогда не страшно. Слушай, если он даже с золотым веком на третьем месте по производству, то у них там не очень все. Вообще у него только что денег не было, сейчас 61 вход. Париж 64 вход. Они просто в деньги, наверное, сейчас пошли. Шато там француз ему настроил. Укрепили католицизм. И чё там? Вера, счастье от садов, пагоды, два денег, 50 веры за каждого великого человека. Слушай, ну я, в принципе, следующим ходом могу инженера с веры купить, если что. Там русский скаут у тебя у Линса, Лёш. Ну, ты вовремя меня предупредил. А я только сейчас заметил, ты-то как не услышал. Там, ну, в смысле, тебе сказать должны были. Он высадился на камень. Да, так рядом с границами, нет? Когда рядом с границами, сообщал, что кто-то рядом с границами. Окей, я, может, что-то путаю. Это же Цива, блин. Барбалета привел, то он на воду прыгнет просто. Я не смогу обстрелять арбалетом. Потом подойти к воде сможешь.
Потом подойти к воде смогу. Так, у меня ученый появился. В академию? Сколько у тебя что науки? Еще раз? У меня ученый в академию. Ну, академии надо одному, наверное. А не, Леш, не в столице, в Зальцбурге. Вон рядом с Ереваном поставь. У тебя Зальцбург много науки будет давать. С обсерваторией выйдем, построишь, у тебя будет там нормально. У тебя сколько сейчас науки? 190. Ну вот. Зальцбург значит будет. Грац. Линц, значит. Тебе деньги на клетку надо? У тебя рабочий там ходил? На какую клетку? Покупай уголь. Покупай уголь. Я думал, я мечником убью его. На следующий сейф тогда. Так, в школу сейчас. В Гранд-Ривере обсерваторию не забудь. Следующим ходом сейв, да? Можно не ходить. Да, вначале засейвит. Ну, я с ним поговорю еще, тебе, конечно, сообщу, во сколько играем, завтра или послезавтра. Договорились. Ну, спасибо за игру. Пока, конечно, не очень понятно. По демографии тут уже русский вперед вырывается. Там золотой век у него. Ну, меня напрягает, что золота у них много. Биг Бен у них, коммерцию там француз возьмет, деньги все скинут французу, он будет покупать армию. Ну, автократию какую-нибудь возьмет. Может, все-таки тебе автократию брать? Ну, я думаю, да, скорее всего, я возьму. Но хотя, автократия... По науке мы ровно очень идем с ними. Мы их не обгоняем. Надо вот именно прожечься в какой-то момент вовремя это. И обогнать их. Я не думаю, что мы в самолеты выйдем первее. Хотя мы можем даже какой-нибудь Бранденбург проигнорировать, выйти в самолеты. Без третьих прокачек сразу там напасть. Да, но француз-то море контролирует. Я буду самолетами это все море контролировать. Я оставлю город, покупаю 6 самолетов там. Можно даже 2 города, если очень хочется. Там вроде можно так сделать. 2 воткнуть сразу.
Ну да, на том месте, где я хотел города ставить. Играйте в умные игры, загляните на сайт consolewar.ru, а продолжение будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.